Алоха всем, друзья, снова рад вас видеть. Это Кубок мобильных фиферов 2020. Четвертьфинал, в котором я встречаюсь не со сборной Франции, а со сборной африканских наемников. Как оказывается, он открыл батут еще до того, как я их открыл в четвертом и пятом туре. Он активно ими пользовался. Только потом они до меня дошли. Я посмотрел на их состав. У них очень мало чистокровных французов. У них какие-то наемники из Камеруна, Кот-д'Ивуара, Сенегала, Демократической Республики Конго, Конго, Эфиопии, всяких там, я не знаю... Эфиопий! И против такого сквада наемников есть только один способ. Если Петер Шмейхель пахнет датского бухла под брендом Карлсберг. Здравствуйте. И выдаст матч жизни, как было в четвертом и пятом туре. И да, пусть я не верю в эту победу. Я знаю, что, может быть, африканские наемники дойдут до моего дома. Выключит свет, поэтому я закрыл к себе дверь и окно. Я не буду сдаваться до последнего. Наша сборная использует только свои силы, а не опираясь на каких-то там африканских... Осуждаю. Меня никто не верит. Теперь уже окончательно. Ой, блядь, ты смотри, что делаю, блядь. Рисикуем. Блядь. Мой аут, мой аут. Нахуй я сюда скин? Блядь, да чё с багами пошло? Да, опять баг, чё ты... Опять бах, что-то там в атаке забыл. Сердце колотится. Нереально. Нахуй ты туда пасуешь, дебил? У тебя Линдстрём открыт был. Линдстрём? Блядь, втроём нахуй. Да сука, без лага, блядь! Ульца, блядь, 1-1. Вот так, тихо. Он сейчас начнёт вот это вот левый спарк. Тихо. Генки нет. Он любит это. Левый фланг использовать. Вот, блядь. О, блядь. Нормально, забрали. О! Нахуй я этот пас давал? Меня, сука, бесит, перекинь этот пас. О, сейчас! Шмейхель, блядь! Или Шмейхель? Так. Нет, нормально. Блядь, ну это серьезно? Да е просто, блин, что за... Да как ты это проходишь, блядь? Это в моё поле. Отсюда! 2-2! Йосов Пойса дубль! Да куда? Он любит. Да, я пустил. Биллинг! Биллинг! Сам! Бля! Как ты... А защищаться, блядь! До смены. Что? Блядь! Не смей.
Это допы, это допы в третий раз. Третий раз допы, бля. Крыть, крыть всех. Кто это? Не смей, не смей, не смей, не смей, блядь! Сука! Где отборы, бля? Пасы не... Они хотят... Тихо! Да, бля... Тихо, забери... Бля... Тихо, бля! Давай! Сам! Сам, 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 сам. Да! 3-2! Я вышел в полуфинал! Ладно, всем спасибо. Алексу спасибо. Не унывать. В любом случае, 3-0 это достойный результат. Кто бы что ни говорил. Всем удачи, всем пока. Увидимся в полуфинале.